ДТП, по крайней мере, до середины часа будет продолжаться пробка на МКАД по внутренней стороне от Путилковского шоссе до Дмитровского шоссе. Также в этом часе будут оставаться пробки на Огородном проезде и улице Милошенкова в сторону области на МКАД по внешней стороне от Носовичинского шоссе до Щелковского шоссе. Освободится Алтуфьевское шоссе в область от улицы Хачатуряна до метро Алтуфьева. Виталий Анохин, проект «Карты Mail.ru», специально для «Серебряного дождя». Спасибо большое, Виталий. Звоните, пожалуйста, рассказывайте. 783-00-97 – это наш автоответчик. И номер для смс-сообщений – плюс 7-903-797-6363. А последние данные с московских дорог услышите в эфире «Серебряного дождя» через 21 минуту. Вот здесь пишите, можно? Да. Сейчас, сейчас. Не, наушники сейчас не одеваем, а одеваем наушники во время эфира. Ну я скажу когда. Наушники будем в эфире. Сейчас вот. Да, 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 да. Так. Да. Не сразу соединись, вот так поочередно. Ночь земли коснулась, а затем. Домой вернулась нас совсем. Давным-давно я шел по свежей, как парус по ветру, время любило меня туда. Что такое? Что происходит? Отец, давайте. Давайте. Давным-давно я шел по свежей аллее, как парус по ветру, время любило меня в реки эмоций, пока не замерзла вода. Тогда же я повстречался с тобой, музыка моя. Сегодня ты держишь меня на плаву в этом мире, пока не замерзнет вода. Но что-то вчера случилось со мной, послушай об этом. Дома одно трое. Можно сниму пиджачок? Давай, а тебе очень лет в пиджаке. Ну согласитесь. Я знаю, потому что пиджак скользкий, с ним гитара съезжает. У нас минута 30 остался, а потом уже. Мы не успеем. Ну, хотя страшно начинается. Да ладно. Давай попробуем. Дом. А давай попробуем. Асфальт. Дом. Окно. И оно, увы, зашторено давно. Там, внутри, ты листаешь эти облачные пни. Слышно меня? Нет. А вот давайте музыку утро споем. Сразу лишимся возможности кончать непонятно. Да, чё? Группа «Старый приятель» сегодня у нас вечером. Настроение-то сразу поднялось у слушателей, пишут. Давайте я обрисую вам. Это, знаете, я, честно говоря, у Карена Шахназарова подсмотрел эту идею. Он в фильме «День полнолуния», там у него главной героиней была камера. И вот там где-то в милиции допрашивают человека, бьют его, а в это время у следователя там, ну, радио что-то там говорит, потом раз показывают радиоведущего.
В этот момент человек, который убьют, улыбается в камеру. Нет, нет, ну человека все, о нем уже камера забыла, радиоведущий там что-то говорит, ставит песенку Сюткина. Раз уже Владивосток, вечерний порт, и девочка одна танцует в своей владивостокской квартире. Вот, то есть это вот слушатели, которого сейчас слушают, это такой Google Map. То есть вот раз мы в Гомеле, Беларусь. Так, отлично. А там Денис, он пишет, готовлю ужин после рабочего дня. Музыка великолепная, и я делаю это в припрыжку и в подпевку вам. Спасибо. Белоруссии привет, я там служил где-то рядышком в свое время. Тем временем? Не скажу. Почему? Ну зачем армия? Ну что это армия? Сейчас мы как засядем тут армейские времена вспоминать. Это надолго. И вот мы в Ессентуках. О, отлично. Там служит зубным техником некто Евгений. Пишет, спасибо за очередной приятный вечер. Работает. Спасибо, Евгений, привет. Александр, про премоляр мы хотели с вами поговорить. Нет, нет, вы просто вдумайтесь. То есть вы сейчас поете песню. Да. Или там московскую любовь будете петь. А в это время вас, хочет он или этого или нет, слушает человек с раскрытым ртом, с заморозкой. Вот, нет, зубной техник, он же делает зубы, он не лечит. Это же слепок пятого зуба, четвертого. Какой у вас, кстати, извините. Евгений, там в Ессентуках происходит? Вообще, кстати, стоматологи самые трудолюбивые люди. Вот я смотрю, в какое бы время мы ни делали концерты, всегда какой-то стоматолог нас слушает. Впрочем, зубные техники еще более трудолюбивые люди. Вы что-то знаете про них? Да, я служил в Минске зубным техником. Я же закончил медучилище первое, как зубной техник. Это правда. Ну просто так совпало, да. Да, сначала Белоруссия. Я вообще подумал, может, кто-то знакомый из Москвы написал. Вот. Но нет. Нет. Не отреагировал. В Нижний Новгород. И там на одной из улиц, этого заснеженного Нижнего, вот мы заходим в эту квартиру, пробираемся так. к теплой комнатке. Это ванна. К теплой ванная постельке. Комната. Да, нет, это ванная комната. Там сейчас вокруг свечи, радиоприемник. И в этой самой ванной сидит Елена. А сидит полулежа. Полулежа, да, и слушает нас. Спасибо, отлично. Говорит. Я вот провожу вечер, не дайте соврать, все плывай на при свечах. Елена, вы единственное, да, вы через что слушаете, лучше тогда дверь открыть, чтобы не оцарил приемник, через который вы слушаете. Да, в это время в Ессентуках, ну... Саша, да. Сразу чувствуется медик у вас. А Артем, мне кажется, что Артем отправил нам смс-сообщение с опозданием на 5 дней, но тем не менее, практически только что вылез из проруби. Единственный день, когда я окунаюсь с головой. Просто все связано с водой как-то. Там ванна, тут... А вы водолей, Саш, нет? Нет, я не против. Молодой человек работает дома. Приятный вам вопрос. Настроение поднялось сразу. Спасибо, классное радио. Когда в Москве ваши ближайшие концерты? Даша. 22-го. Даша. 22-го. 22 февраля. Потому что Даша не очень слышно, она без микрофона. 22 февраля в клубе концерт у нас будет концерт. Это как раз на стыке водолея и рыбы, если об этом. А клуб «Гороскоп», где вы выступаете? Нет, число. Что это? Что за место? И мы вновь на север переносимся, в город Мурманск, моряки. Оля сидит на кухне, ест соленые огурцы из банки. Надеюсь, я беременна. Пишет она. Дайте серьезное лицо. Давайте, Оля, вот вам мы посылаем. Если вы этого хотите, пусть будет так. Да. А Павел-то из Пятигорска тоже не промах. Я сегодня отвез жену в роддом. В предвкушении новостей коротаю время, восстанавливая старый комод. Праздную окончание спокойной жизни, так сказать. Спасибо ребятам, ободряет. Да, через пару-тройку дней все будет по-другому. Пожалуйста, пишите, +7 903 797 6333. А я предлагаю следующую песню, ребят. Завтра же день студента, Татьянин день. Вот, и мне... Ага, так у нас есть песня. Мы не можем их не вспомнить, этих чудесных ребят. У нас есть песня про Татьян, как раз, называется «Выпал снег». Единственное, там нет имени Татьяны, и, в принципе... Ну, мы подразумеваем. Да, и мы подразумеваем, что песня про снег. Давным-давно я шел по свежей аллее, как парус по ветру, время любило меня окунать в реки эмоций, пока не замерзла вода. Тогда же давным-давно я повстречался с тобой, музыка моя. Сегодня ты держишь меня на плаву в этом мире. Пока не замерзнет вода. Но что-то вчера случилось со мной. Послушай об этом
снег, выпал снег на верхушке пальм. Снег, выпал снег вопреки словам на сухой асфальт, на сухой асфальт. Однажды закончит звучать мелодия в сердце моем, упавшая с неба и снова в то небо взлетевшая неуловимой удачей. И мы не в силах ее удержать. Сегодня я снова иду сквозь покрытый молчанием проспект и вереницу одиноких людей, друг другу чужих и случайных. Я скоро подошвы сотру, но что-то вчера случилось со мной, как будто во сне. Снег, выпал снег на верхушке пальм. Снег, выпал снег вопреки словам на сухой асфальт, на сухой асфальт. Вчера случилось со мной, послушай об этом. Снег, выпал снег на верхушке пальм. Снег, выпал снег вопреки словам на сухой асфальт. Снег, выпал снег. В Саратове ложится снег, пишет парень Саша. Очень хорошее имя у него. Москва чистит дорожки. Москва стала Тюменью с новым мэром. Замечательно. А Москва летит, Тверская в обе стороны нам пишет. Мы еле-еле до вас доехали по этому снегу, который все чистят. Так вы ж не по Тверской поди. А здесь еще метро строят. Я раньше не слышал этой песни. Новая? Да, абсолютно. Прям новый-новый, да? Ну, вообще, ей очень много лет, но мы не записывали практически лет 15. Я вот решили в 2012 году наконец-таки взяться и сделать. Это наша любимая песня вот с нового альбома. Очень красивая, здорово, спасибо. Здорово. А «Пальмы» — это ну какой-то такой респект Ассе, что ли, или что это? Снег. Нет, на это пальмах. Когда больше 40 лет. Понятно. Ну, респект Ассе. Кто такая Ассе? Асса, фильм. А, Асса, да. Ну да, «Банан», там, «Друбич». Да, было так. Красавица, да, и вот какой-то то снег, пальмы. Да, там хорошо. Наверное. Было. Ну что, у нас осталась минута до перерыва, поэтому можем еще маленький такой
пролет вокруг страны сделать. Улан-Удэ, например, слетает. Да, что-то тут... Улан-Удэ не скажу, а вот, пожалуйста... Почта России еще не доставила смс из Улан-Удэ. Красноярск. А Красноярск сейчас очень поздно, надо сказать. Там плюс 4 плюс 5, часа. По-моему, плюс 4 были недавно. Привет, Красноярск. Берег Енисея, и там сидит сейчас молодой человек, один в машине, ночью глубокой, остановил автомобиль возле берега Енисея, медитирует и слушает нас. Ему грустно. Ну, не из-за нас. Просто он приехал рыбу ловить, да, там ну, незадача какая-то. Видимо, ему надо подумать, домой как-то нет смысла возвращаться, думаю, что-то там. Может, а здесь нет. Такой саундтрек. И вот мы подумали о нем и как-то обнадежили его. Еще сообщение. Варшава на связи, подпись Вероника. Варшавский дождь, прелесть. Откуда же... Мы всем передаем большой привет. Можно я закончу Машей смс? Маша давай, пишет давай. Портрет Суворова. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Может быть, это о Суворове речь, а не о Маше? Ну, не знаю, не знаю. Вот под ваши песни, под вашу музыку когда-нибудь писали портрет Суворова, когда вы живьем выступали? Ну, вообще-то это... Обычное дело. Суворов переходит через Альпу под музыку группы «Старый приятель». И уходит так же. Ну и давайте уйдем в следующее получасие. Вот на этом сообщении. Я сейчас в гараже, слушаю ваш концерт. Потихонечку, не торопясь, готовлю к весеннему сезону Веспу. Становится теплее. Мы встретимся. Я люблю тех, кто заранее готовит сани зимой, как раз так сказать, в Веспу в феврале. Где вы нас слушаете? Пишите плюс 7903-797-6333. Группа «Старый приятель». И что делаете при этом? У нас минут 5-6 у нас. Отлично. Я добегу до ларька, да? До ларька, что он принести? На фейсбуке Silver Rain Radio. Где остальные? Вручается за выдающиеся. Там нормальный звук, кстати. Нормально, нормально. А там все хорошо, да, звук нормальный. Да, хорошо. У меня голос похож на. А вы слышали? Не, вообще почти не слышно. Удивительные рядом. Да ничего страшного, но мы без них нашли, мало на ней жили. Что-то хорошее. И в последней на этой неделе программе «Что-то хорошее» в четверг мы решили устроить концерт. Это группа «Старый приятель» у нас. И кроме концерта делаем еще своеобразную перекличку. Рубрика, которую мы называем «Пульс города». Я бы даже сказала «Пульс городов. Вещание серебряного дождя». Да что там, «Пульс планеты» практически. Где вы нас слушаете? Плюс 7903-797-6333. Номер для ваших смс-сообщений. И... А слушают нас где угодно. Тут тебе и Москва, и Нижний Новгород, и Химки, и... Мытище, вот там Евгений покупает сейчас Ессентуки номер 4. А, вот девушка, которая учится в медвузе, и голова забита сессией, стоит в пробке и слушает нас, вас точнее, ребята. Вот, а в Казани тем временем девушка, я надеюсь, что девушка, она не подписалась. А почему надеюсь? Потому что начинается предложение со слова «Я вяжу одежду дочки подруги». Ну, мне сложно представить джентльмена, который бы вязал сейчас одежду дочки подруги. Ей недавно годик исполнился, но идея поздно пришла, и подарок получится без повода. Ну, джентльмены разносторонние в наше время, так что не зарекайся. Так, открыл для себя новую группу, пишет нам Эмин. Сижу в данный момент... 20 лет прошло, кто-то группу для себя новую открыл. Старый привет. 20, всего лишь 16. Так вы еще молоды. Ну, относительно Эмина. Относительно Эминема точно, кстати. Да. Продолжим. Даже не знаю, что сказать на этот счет. А не надо. Сейчас в каких-то городах утро. Дело в том, что, дорогие друзья, мы немножечко все болеем, поэтому у нас слегка тут охрипшие голоса, не обращайте внимания. Слушайте звук наших приятных, красивых внешних гитар. Мы споем песенку, которая называется «Музыка утра». Чтобы было все хорошо. Знаешь, сверкала гроза, но мы не заметили ее угроз. Ночью с пустого листа мы напишем песню о себе всерьез и не узнаем, как закончилась война. Вчера ушло, ушла печаль. Прохладный ветер многочистит города. Музыку утра, неся на плечах.
верь мне, еще не родясь, ты была едина с этим кораблем. Если с мечта не сбылась, мы просто обозначим все вчерашним днем и не узнаем, как закончилась война. Вчера ушло, ушла печаль. Прохладный ветер много чистит города, музыку утра неся на плечах. Утро неся на плечах. Утро неся на плечах. Музыку утра. Спасибо, старый приятель. Группа «Старый приятель». Под серебряным дождем. Под серебряной звездой. Под серебряной звездой. Это... А сказала... вы даете звезду серебряную дождя? Не или всем. Звезду дождя серебряного. Не всем, только если количество смс перевалит за 400. Даша, вперед. Даша, муза старого приятеля, который сейчас в студии группы у нас. Что происходит вообще в вашем коллективе, в жизни вашей группы, спрашивает Николай. Вы имеете в виду последние 10 лет? Ну, я думаю, что он имеет в виду, наверное, год. У нас все традиционно... 2012-й, клипы, песни, события. Да, вот это и есть самое главное событие. Мы в прошлом году записали новый альбом, вложили в него все свои силы, эмоции, настроения, и очень бы хотели, чтобы альбом дошел до большего количества людей. А вы сейчас как вот этот альбом продвигаете? То есть это сетевая история все-таки, или это по старинке пластинка? Ну, вообще, конечно, мы, как люди классических взглядов на вещи, хотели бы выпустить винил, но кончится все, конечно, цифровыми, даже не носителями, а вот файлами. Закидаем файлами интернет. Ну, собственно говоря, это наиболее короткий путь к сердцу слушателя. А мне вот интересно, есть же сейчас вот такие сайты появились, которые предлагают... мы группа такая-то, мы хотим снять клип. Бюджет клипа вот такой-то. Вы можете профинансировать. Мы стесняемся это делать. Стесняетесь, да, или там записать альбом? А почему? Это же, ну, на вашем имидже никак не скажется. Ну, в таком случае мы могли бы вообще просто попросить. Ну, как-то вот... Пока мы не готовы на такие шаги. Что-то в этом есть. Смотри, мне новость принесли сейчас с полужаром. У вас есть песни с матом? Да, ну, в смысле, у нас мы поем без мата, но можем вставить, если вы хотите. Кому надо. Дело в том, что сейчас вот принимается, может быть, будет принят закон в Госдуме о том, что нельзя, и так нельзя ругаться матом в эфире, ну, нельзя, в принципе, но можно запикивать. Вот, а сейчас и запикивать нельзя будет. А в средствах массовой информации печатных нельзя будет ставить многоточие. То есть мата не будет в принципе. И поэтому у нас есть возможности, а к чему а это? А как же жить людям тогда? Ну, не знаю. Вот, может быть, что-то запикать, смотри. У тебя больше не будет такой возможности, когда они примут закон. То есть у тебя не будет больше возможности нажать вот эту кнопку и что-то запикнуть. Может быть, мы... Вы подумайте, не обязательно сейчас эту песню Но петь. Почему? Я могу говорить, здесь многоточие. Здесь многоточие. Вот этого нельзя будет делать. Вместо пика тоже нельзя, да? У нас есть просто одна песня. Ну, в народе она называется «Школьная московская любовь». Да. Вот там мат на мате. В принципе... А что случилось в истории такого трагического... Подождите, я знаю эту песню. Где там мат-то? Ну, это как бы альтернативный мат. Я полюбил тебя. Да, вот так. Вот как-то так. Мария, возьми эту новость, извините, ребят. Ну, если что, я готова. Во вторник что-то хорошее со слушателями придумываем альтернативные слова. Отлично. Да, то есть все слова, которые нельзя употреблять, мы выбрасываем. А со слушателями будем придумывать новый словарик слов, которые... А может быть, их задом наоборот просто писать? Хорошая мысль. Простая и... Предложение от группы «Старый приятель». А, кстати, тем временем мы выяснили, что Олег вязал штаны дочки. Это был Олег. Это был Олег, и это были штаны для дочки. Узнать бы, для чьей дочери вязал для Олег штаны. Для дочери приятельницы, там, кажется, было написано. Своего друга, да? Жизнь прекрасна, я всегда это говорю. Написал мой любимый слушатель Сергей Леонидович, он из города Тюмени, и он всегда на башенном кране. Сегодня у него вторая смена, Сергей Леонидович. Давайте для Сергея Леонидовича, который на башенном кране. Привет вам от летчиков. Елена пока в теплой ванной со свечами, Сергей Леонидович и Олег, который вяжет штаны для дочки. Да, и Иван из Нижнего, который едет после лыж, сосен, мимо деревень, по ночной дороге, у него внутри тепло, дорога пустая, фонари красивые.
красиво, и от вас говорит тепло. Поддержим. Что-то обволакивающее такое всех и вся, кто слушает концерт старого приятеля под серебряным дождем. Мы не знаем, какую песню спеть. А вот ту же самую «Московская любовь». Так, может быть, же чего? Может быть, сейчас «Гарус» поем. Самолет бумажно залетел в окно. Что-то в жизни важно, если не смешно. Ты помечтай и вернется вновь наша школьная московская любовь. Я увидел север, ты узнала мы поймали время и замкнули круг. Мечтай, мечтай, и вернется вновь наша школьная московская любовь. Мечтай, мечтай, и вернется вновь наша школьная московская любовь. Пошутила осень с нами так легко. Не возьмет нас ветер под свое крыло. Только ты мечтай и вернется вновь наша школьная московская любовь. Только ты мечтай и вернется вновь наша школьная московская любовь. Старый приятель. Спасибо. Слезы, ребят, слезы. Да, да, ну вспомнилось, конечно, конечно. И как пиджачок надевал в четвертом классе на ее хрупкие плечи. Да. И как звонил, и дышал. А пиджачок вот такой, ну, вот как сейчас, ну, да? Нет, школьный. И он придавил просто. Да, он ее прям, да, бедняжку. Ее освободили от физкультуры после этого до конца года. Тоже вспомнила, Мария, да, школьную любовь? Да? Нет. Я любила историю, да, математику. И физкультуру, да, особенно, да. У вас физкультурник мужчина был? Да, как вы догадались?
Потому что у нас тоже был физкультурный мужчина. Может быть, это был один и тот же мужчина? Может быть. Нас... Один на всю страну с усами? Да, ну вообще замечательно. Это были 70-е годы, и однажды он пригласил нас, мальчишек, себе домой. Его звали, зовут Сан Саныч, очень надеюсь, что его зовут. Был пьющий человек, конечно, в ту пору, я надеюсь. И у него стоял дом бильярд, представляете? В маленькой хрущевой хрущевке. Вот это да, на целую комнату. Да, я, у кого-то а комнатный район. А где же семья жила, под столом? На столе. Не знаю, может быть, он там обедал. А нашу звали, она была дама, но очень мужеподобная, надо сказать. То есть, видимо, похожа на Сан Саныч, только без усов. Ее звали Вафля. Почему? Ну, потому что, ну, не знаю почему. Валентина Ивановна. А, ну, да. Да, да, да. И, конечно, и, лыжные трассы. Вот сейчас мы поедем на лыжах, да. Но те, кто вот может свернуть с лыжной трассы и собрать кизил, там кизиловый хвост, тому пусть делает мне варенье. Да, пусть плохо не будет. Вот такая была у нас. Приятно вспоминать. А спасибо. Это ваша магия ваших песен, магия вашей музыки такая. Как ни крутите. Да, у нас на новом альбоме выйдет песенка, но мы не будем сегодня ее играть, заинтригуем. Она называется «Улица новаторов», ну, или «Новый город». Песня как раз о уголке детства, на той замечательной улице, где вот я родился. И, как оказалось, ну, это удивительное совпадение, мы вот с Дашей не так давно работаем. Mm-hmm. Вот, значит, ну, выяснили, что родились в одном доме, вы представляете, в Москве. Это удивительное совпадение. Да, да. Ну, конечно, с разницей в несколько лет. В несколько этажей, в несколько подъездов. А качели скрипят. Так что, когда Даша услышала первый раз, мы показали Даше наш новый альбом и сказали, вот, интересно тебе присоединиться в наш коллектив и, скажем, быдненно. Даша сказала, ничего себе, эта песня же про мое детство. Все, я согласна. Здорово. Ну, еще одна песня, может быть, про детство, а может быть, и нет. В конце этого часа от группы «Старый приятель». Продолжим через несколько минут. У нас небольшой перерыв, ну, а вы еще можете успеть прислать нам сообщение на номер +7 903 797 6333, где и при каких обстоятельствах вы коротаете с нами время и слушайте концерт «Старого приятеля». Это дождь. Серебряный. Ну что, я еще раз, Ларек? Ну что, давайте все у нас и закончим. Ладно, а что еще будет? Песня для четвертого. Прям в эфир сейчас идет или нет? Ну, просто косим под ним. Косим под ним. Нещадно воруем идеи. Нещадно воруем идеи. Да ладно. Ну, конечно. Поможем отойти. Мне кажется, без воды на себе почему-то. Что-то хорошее. И что-то от старого приятеля. Добрый вечер, меня зовут Елена. Я слушаю радиостанцию «Серебряный дождь». Сейчас в пробке на Ленинградке. Я, кстати, родилась на улице Новаторов в Москве. Ух, училась ты в 611-й школе. А, там одно хулиганье училось. Мы вот в 9-й все учились в школе. А-а-а. Мы знаем. Вот она спрашивает, вы случаем не знакомы, но, видимо, нет. Потому что, видите, вы же из хулиганья, ребята с приличной школы были. Так что, Елена... Не, у нас на самом деле ходило такое поверье, что там стоят две школы рядышком, 9-я и 611-я. Странно, почему такие номера разные и так близко стояли школы. Странно. Вот. И почему-то ходило поверить, что там более хулиганский народ. Видимо, оттуда, ну что такое. А Даша, ты в 611-й училась? Ну, да, кивает она. Ну, в жизни вот мы узнаем правду, на самом деле, через некоторое время. Вот, может быть, Григорий из Самары тоже узнает правду, потому что в данный момент, слушая музыку и песни, он пишет следующее предложение. Компьютер. Особь женского пола, семейство собачьих. Говорит, я просто делаю структуру арбитражного дела. Сейчас готовлюсь. Спасибо большое. Юристу. Вот. Много сообщений. Кто-то
готовится к завтрашней диагностической алгебре, кто-то разбирает фотографии из новогоднего путешествия по Северной Европе. Кто-то работает в Сочи, но наконец-то приедет домой, потому что очень этого хочет. В Уфу никто не летит завтра. Мы просто рано утром завтра улетаем в Уфу, нет? Ну так. А вы хотите, чтобы вас встретил там кто-то? Ну или проводил. В аэропорту. Вот если бы вы летели в Екатеринбург, там бы вас встретил таксист Леонид, который прямо сейчас возит людей по улицам Екатеринбурга и занимается популяризацией нашей радиостанции. У нас всего год, да, и каждый второй пассажир спрашивает, что за радио. С помощью гаечного ключа. Я думаю, что серебряная звезда уходит Леониду. Молодец, подвижник. Спасибо. Ну, а вам, ребят, завершать эту программу. Программу «Что-то хорошее». «Что-то хорошее» по серебряным дождем. Мария Армас, Алекс Дубас. Одежда ведущих предоставлена магазином. Откуда у тебя одежонка? XS, откуда? Надо посмотреть. Старый приятель завершает эту программу. Спасибо большое, ребят. Спасибо за хорошей вам жизни. Ночь земли коснулась, а затем домой вернулась нам совсем. Боль, как будто эхом за тобой в облаках чужого счастья. Ты летала столько раз. Все, что ищем где-то часто, все в нас, все в нас. Пусть и море спряталось в реке, знаю путь к тебе. Ночь спаслась рождением новых звезд в облаках чужого счастья. Ты летала столько раз. Все, что ищем где-то часто, все в нас, все в нас. В облаках чужого счастья ты летала столько раз. Все, что ищем где-то часто, да, 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 да. Да, 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 да. Спасибо вам большое, было спасибо. Очень драйвово. Спасибо. Спасибо, ребят. Все, вы облетели Россию, даже в Варшаву. Да, теперь будем знать. Да, да. Нам очень понравилось. Можно мы еще остаемся? Оставайтесь. Можно вытыкать, извините? Точно московское время, 21 час.